Туристический поток в Израиль продолжает стабильно расти. С января по июль в страну прибыло 2 765 тысяч туристов со всего мира, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В начале сентября 2019 года Министерство туризма Израиля выпустило новую директиву на субсидирование прямых рейсов из новых городов в международный аэропорт Бен-Гурион, расположенный в пригороде Тель-Авива.